Велосипед як основний вид транспорту Василь використовує близько року. Все було чудово, доки чергова поїздка з роботи не привела його до травматолога. 27 сентября я возвращался с работы, переднее колесо велосипеда попало между щелей этой ливневки, то есть я упал через руль и головой, собственно, вот здесь все прекрасно видно, то есть головой поехал по асфальту. То есть два часа я ничего не помню, то есть была черепно-мозговая травма, было сотрясение мозга, то есть, соответственно, были раны на лице. Также была компрессионная травма позвоночника. То есть после этого у меня в шее обнаружили грыжу, межпозвонковую грыжу. То есть таких мест, на самом деле, немало по городу, и они представляют опасность не только для велосипедистов, на них, ну, я серьезно говорю, даже иногда на автомобиле едешь, еще, ну, стрёмно проехать, потому что непонятно, какого она состояния, какого она года, как она там проржавела, не проржавела, перевернется, не перевернется, вон вы видели, шатается даже. Василь не єдиний травмований ливнівкою. В її паску велосипедисти потрапляють постійно. Я провалився заднім колесом, мені довольно-таки повезло, чим некоторим другим людям. Я просто вогнав своїм тілом під сидільний штир по самий велосипед. У мене повністю спас задній підвижний, ось такий ось. Він провалився, він якби оторвався, але він спас мене, що я не провалився ще глибше. У меня все онемело, в общем, это страшно было, и мне повезло, что я не упал передним колесом. Но сам факт, что я по ней ездил раза три, и вроде ехал нормально все было. А на какой-то раз я просто, ну, разогнался, так кому-то 30 час, да? Я думаю, ну, проеду. В общем, проехал я неудачно. 8 лет назад я ехала на велосипеде, и я в нее попала. И довольно-таки очень сильно попала, потому что я потеряла сознание и пришла только в скорой. У меня было множество травм. Некоторые из них видно до сих пор на лице. Самое серьезное – это был перелом шейного отростка. Врачи говорили, что как бы мне повезло, что у меня сам позвоночник не сломался. Ну, у меня зубы, верхние зубов 4, вообще их с корнями вылетели. Вот, губа полностью была развернута, разорвана, нос. Ну і палець був у мене сломаний один. У міській раді кажуть, це парафія комунального підприємства гідроспоруди. Натомість комунальники кажуть, що дана конструкція відповідає всім нормативам. А у велосипедистів шансів травмуватися від інших причин не менше. Просматривали ми цю решетку, смотрели на її конструктив, вона ніяких нарушень не має, і вона по сьогоднішнім нормам знаходиться. Технически исправном состоянии имеют все правильные габариты. Все ДСТУ, ДБН, мы все посмотрели. Мой бы выход для того, чтобы не влаживать дополнительные деньги в ливневую канализацию, не строить, так как коллектор проходит именно вот в районе этого перехвата. Я думаю, строить велосипедную дорожку, если там есть для нее место, это был неплохой вариант. Тем более убрали велосипедиста с проезжей части, который сейчас травмируется не только от дождеприемных решеток, и также попадает под колеса автомобиля. Але Василь наполегливий. Викликав поліцію. Патрульні акт склали, заміри зробили. Тепер справа за відповідними органами. Приїхали, склали схему даної ліньовки, так? Передамо відповідному керівництву, розглянемо. Я думаю, дане питання вирішимо, і вона буде відповідати всім правилам дорожнього руху. І велосипедисти будуть безпечно рухатися по даній вулиці. На жаль, я не можу сказати точно, чи відповідає вона правилам дорожнього руху, саме ДСТУ. Можу сказати точно, що вона не є досить безпечною для руху велосипедистів, на жаль. Підступна ливнівка і нині там, у тому ж вигляді. Тож вірогідність травмуватися існує і досі. Будьте уважні та обережні. Кирило Бережний, Дмитро Большак, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.